Есть такие парни, которые несут знамя не только спорта, не только баскетбола, а фактически знамя города, демонстрируют успехи города. Это очень важно для людей. Поэтому спасибо вам большое за ваш спортивный труд. Очень хорошо, что у нас есть в том числе люди, действительно энтузиасты, предприниматели, бизнесмены, которые вкладывают в это не только свои деньги, но в том числе вкладывают и частички своей души и сердца. Не надоело выигрывать? Для нас был вариант. Да нет, как можно надоест выигрывать? Нет, стремимся выигрывать еще больше. В конце нужно еще плей-офф сыграть, будем стараться. Еще как бы не выигрывали чемпионат. Нужно это сделать.